мнение об окружающем. Приветствую, Альтаир. Что нового? Аль-Муалим назвал следующего. Зовет себя Сибрант. Знакомое имя. Новый лидер Тевтонских рыцарей. Он живет в Венецианском квартале и управляет портом Акры. Я принимаюсь за работу. Вот где ты можешь сосредоточить свои поиски. В порту к востоку отсюда, среди кораблей их команд. У церкви на северо-востоке, рядом с крестом, выходящим на порт. На севере, напротив ворот святого Иоанна. Мне это пригодится. Спасибо за информацию. Альтаир? Да, Рафик. Я должен извиниться. За что? За сомнение в твоей преданности делу. Нет, это я сошел с пути. Я мнил себя выше креда. Ты ничего мне не должен. Как пожелаешь, друг мой. Ступай с миром. Убирайся, чернь! Тебе запрещено здесь находиться. Это же убийца! Стража! Стража! Неужели никто мне не поможет? На помощь! Стража! Он только что убил человека! Стража! Тебе здесь делать нечего, уходи. Убийца! Он только что убил человека! Prévenez-moi si vous l'apercevez. Bandit, j'aurai ta peau. Maudit voleur! Je te ferai trancher la main! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Ты не шапал! Tu es fait! Rends-toi! Ici,
Ник, взорвись! Метательные ножи поражают врагов издалека. Убийца! Пошлите за подмогой! Prévenez-moi si vous l'apercevez. Тебе не следует здесь. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Черт, он удрал. So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Je parie qu'il nous observe en ce moment. J'aurais ta peau. Ты видел такое раньше? Мне не доводилось. Voleur. Теперь ошейник. Ты не шагу дальше.
Тебе не найти товара лучше, поверь. Эй, ты! Да, ты! Подходи! На помощь! Кто-нибудь помогите! Ты смеешь красть у меня на глазах? О чем он только думает? А! Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Если он покалечится, не стану помогать. Я прошу всего лишь пару монет. Неужели никто мне не поможет? Умри, вор! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милый. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Прекрати! Ты делаешь мне больно! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Это больно! Перестань! Это больно! Перестань! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Wirklich, dein Gott schert sich darum, was mit dir passiert? Толкнуть еще раз. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Ну что, лизон поедет, Дио? Что на помощь! Ядовитые слова сходят ростками с мужчиной. Glaubst du wirklich, dein Gott schert sich darum, was mit dir passiert? А это и правда забавно. Я убью тебя! Меня, пожалуйста. Wir können tun, was immer wir wollen.
А это и правда забавно! На помощь! Давай, помогите! Кто-нибудь! Только попробуй! Язычник! Теперь ты умрешь! Я должен испугаться! Как? Спасибо, сын. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Это недобрый знак. Qu'est-ce que tu veux? Ну что еще? Так странно. Что это с ним приключилось? Где тот, кто заварил эту кашу? Господин, подайте. Это отучит тебя красть. Неужели никто мне не поможет? Не уходи, и подайте пару монет. Не понимаю. Ты смеешь красть у меня на глазах? Зрительно поплатишься жизнью. Вот глупец. Что плохого я тебе сделала? Бой, сейчас он будет сюда снять. Какой странный человек. Ты хотел знать о Сибранди? У Карама есть кое-что интересное. Тебе стоит разыскать его, да не мешкать. Хочешь хорошую сделку? Лучший товар во всей стране. Дамы! Он, наверное, кроме этого. Убирайся, Чарльз. Кто-нибудь на помощь! Мир и покой тебе, брат. Я искал тебя повсюду. Это письмо я украл сегодня утром. Прочти его, вдруг оно окажется полезным.
ты не пройдешь. Тебе сюда нельзя. Уходи. Тевтонскому ордену. Жалобы принимаются представителем гильдии портовых... Дамы и господа, я обезумел. Все. Скажите, зачем он это делает? Снижены вдвое. Он только что врезался в человека. Слепой, что ли? Ты делаешь мне больно. Мауди волер. Je te ferai trancher la main. Что такого я тебе сделала? Скажи на милость. Мауди волер. Je te ferai trancher la main. Скажи на милость! Уходи, черни, пока тебя не выгнали силой! Я ни в чем не виноват. Зачем ты делаешь это? Пожалуйста, хватит. Мне больно. Умоляю вас, господин. Мама, нет. Пожалуйста, господин, подай. Это отучит тебя. Мне нужны деньги. Сделай ты что-нибудь. Грязный вор. Теперь тебе точно отрубят руки. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Зачем такая жестокость? Что я сделала? Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Эй, что делаешь? Ты же что-нибудь?
Да! Что делает этот бутон? Что за дурак? Что на него нашло? Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся, спрашивай. Ничего не нашел? Поверь. У него действительно... Это было очень больно. Он должен прекратить. Это ein toter Mann. Glaubst du, du kannst das nicht? Язычник, ты умрешь здесь и сейчас. Du bist mein. Да! Я убью тебя! Ты не попал, Мишапей! Смерть язычнику! Mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Komm zurück! Er wirkt sich wie eine Ratte! Such ihn! Thank you.
Не знаю, куда он пропал. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Ah, ну и
по делам, ему надо быть внимательным. Гарде ле ювер! Ассасин, сеньор! Добро пожаловать! Здесь найдется все, что тебе нужно! Подходите! Большая распродажа! Va au diable! Tu finiras bien par revenir! Здесь ты найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Моди волер. Что-то приемное. Я траншу ла ман. Может, тебя заинтересует вот это? Нет. Ну, это далеко не все. Товара полно. Отходите, посмотрите на мои товары. Моди волер. Что-нибудь нравится. Я траншу ла ман. На помощь! Помогите! А теперь что он делает? Идиот! Ты чуть не убил! Да, дорогая вещь! Тебе такую... придется теперь... Люди, подходите! Посмотрите на мои товары! Слушайте все! Только сегодня! Скидки на все! Подходите! Выбирайте! Ты выбрал правильное место! Нет лучше торговца, чем я! Люди, подходите! Посмотрите на мои товары! Я уверен, что мне найдется товар для тебя. Добро пожаловать! Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Сюда! Посмотрим, какой любой товар. Интересовать меня своими товарами. Передайте ему, я сказал нет. Нечего вам, проклятым воителям, здесь крутиться. Послушай, старик. Нет, это ты меня послушай. Это моя собственность, не его. Будь он хоть самим Христом. Это не просьба, это приказ. Забавно. Что ж он не прикажет, чтобы его вывезли из этой дыры? На этом пирсе не будет того хаоса, что он устроил в доках. Просто прочитай письмо. Тебе понравятся его условия. Мне это надоело. Слушай, я обдумаю его предложение, но сомневаюсь, что мое мнение изменится. А теперь вон отсюда. Fiche le corps. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Хочешь хорошую сделку? Чего это он так торопит? Зачем он это делает? Какой странный человек. Он черт, что он делает? Прекратите это ребячество. Не понимаю, чего он хочет добиться. Они впустили тебя в город или пришлось сражаться? Ой, прости мои манеры. Мне необходима твоя помощь. Я вчера крепко напился в портовом борделе и оскорбил жену тевтонского рыцаря. Ну, по крайней мере, так говорят.
И теперь рыцари меня ищут. Ты поможешь? Если ты успеешь вернуться до того, как я уйду из города, обещаю поделиться с тобой своей мудростью. Вы не понимаете, я нищенка, господин, меня нашли. Ибо гахорен гахэнк. Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Ты на rien à faire ici. Пишь-мой камп. Помогите! Кто-нибудь на помощь! Язычник, ты заплатишь за все! Поймай себя! Я стеку тебе голову! Ты от меня не уйдешь! Дороги, чертова отродье! Ищите везде! Ну сиди, сиди, трусливый ублюдок! Wird mit dem Tode bestraft. Уйди от меня, я ничего не сделала. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Как можно быть таким невнимательным? Что здесь мог сделать такое? Кто это сделал? Да, но и времена настали. Да? О, нет. Эленда Диб! С чего это вдруг опустился? Да где ты? Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Он должен прекратить делать ребячество. Diebstahl wird mit dem Tod. Зачем ты так сделал? Я бы не знал, что мы все. Я тебя убью, как аниман. Убийца! Убийца! Смерть! Я тебя догоню! Кто видел, куда он зашел? Ты от меня не уйдешь! Тебе не убежать! Он должен устать! Фу! Он должен устать! Нечего, уходи! Не вставайте! Не дайте ему уйти! Я тебя догоню! Ищите его! Я нашел его! Вот он! Я был уверен, что он где-то поблизости. Что я сделала? Maudit voleur! Je te ferai trancher la main! Пожалуйста, отпусти! Или у него действительно есть повод так себя вести? Когда этому безумию будет положен конец? Maudit voleur! Je te ferai trancher la main! Du solltest dein Glück nicht ein zweites Mal auf die Probe stellen. Bondi, j'aurais ta peau. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Рыбный мой, я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Oh!
éloignez-vous. Ne reste pas là. Отпусти! Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Эй, сделайте же что-нибудь! Зачем такая жестокость? Что я сделала? Воля! Ему надо было смотреть. Где тот, кто заварил эту кашу? Кто мог сделать такое? Да? Кто это сделал? Покажи. Пожалуйста, отпусти! Elender Dieb, du wirst sterben! Liebe Behörde, кто это сделал? Боже! О боже! Кто это сделал? Что случилось с этим бедолагом? Ты везучий человек. Остался в живых, и я все еще в Акке. Вот что я тебе скажу. Опаснее пьяного матроса только разозленный пьяный матрос. Конечно, это немного, но я знаю, что ты мудр, и это тебе поможет. Это недобрый знак. Кто убил этого человека? Диебсталь wird mit dem Tode bestraft. Пожалуйста, отпусти! Фиш ле кан! Диебсталь wird mit dem Tode bestraft. Tu n'as rien à faire ici. Fiche-moi le camp. Cher pour tes crimes. Tu n'as rien à faire ici. Hey, fiche-moi le camp. Ne reste pas là. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Кто-нибудь, на помощь! Fiche-le camp. Elender Dieb, du wirst sterben. Ne reste pas là. Voleur, tu paieras cher pour tes crimes. Зачем такая жестокость? Что я сделала? Тебе запрещено здесь находиться. Отпусти! Убирайся, чернь. J'aurai ta peau. Тебе здесь делать нечего, уходи. Язычник, теперь ты умрешь! Я отсеку тебе голову! Ты мой! Ха-ха-ха!
тот, кто заварил эту кашу. Это не должно знать. Что вредно за того человека? Безумец. Дьявол, где ты? Я знаю, что ты где-то здесь. То есть у нас под боком ходит убийца. Прекрати, ты делаешь мне больно. Сейчас ты умрешь. Не черт, пока тебя не выгнали. Вернись сюда. Прекрати это, тебе не убежать! Я найду тебя! Клянусь! Вот он! Ты от меня не уйдешь! Пару монет. О, Господи, похоже, это больно. Ты? Ну, конечно, я узнаю эти одежды. Не тянись к мечу. Я тебе не враг. Мне нужна твоя помощь. Я перешел кое-кому дорогу, и теперь этот человек хочет меня убить. Подробности не важны, но знай, он заслужил это. Проводи меня к городским воротам, и я награжу тебя. Was ist heute verflucht? Wir hier nicht. Остановите его, пока не поздно! Язычник, ты заплатишь за все! Бираха готет! Детайли! Ты с твоей штрафы не entkommen! Он убийца! Язычник, поймаем тебя! Тебе не уйти! Помощь! Убийца! Пришли! Кто это сделал? Покажи! О боже, черт! Где этот проклятый язычник, который сделал это? Что здесь было? Это просто умри, ужасно. Язычник! Это недобрый знак. А, прочь! Ты сын горишь в огне! Остановите его! Твоя взяла! Я уступлю! Разберись с ними! Я не хочу умирать!
Господи, помилуй. О, нет. Это ужасно. Ужасно. Что здесь было? Хорошо. Так где ты? Прекрасно. Теперь я в безопасности. А, награда. Вот, держи. Эта карта хорошо послужила мне в свое время. Надеюсь, тебе она тоже пригодится. Нет, умоляю, не уходи. И подайте пару монет. Покинь это место. Что это с ним приключилось? Что произошло? Убийца! Кто-то должен остановить их. Не трогай меня! Что произошло? Смотри-ка, что он делает? Я тебя догоню! Думаешь, спрячешься, как трусливая крыса, и спасешь свою шкуру? Ну и черт с тобой, все равно попадешься. Je perds mon temps. Его так беспокоит. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Моя семья на краю гибели, подайте хоть немного. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Мне нужны деньги. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Не на попечителя вида. Подайте хоть чуть-чуть. Дело все хуже. Его паранойя не знает границ. Он отложил время смены. Не поспеешь. Тут было лучше, пока он здесь не поселился. Он планирует что-то на море, поэтому и переехал сюда. Что планирует? Что все это значит? Ты можешь, вы двое там в углу, чего перешептываете, что-то затеваете? Вы не понимаете. Ничего такого, мы просто... Просто что? Что вы скрываете? Мне нужны вы не деньги. Поняли? Проклятые ассасины! Они, наверное, даже сейчас наблюдают за нами! Тебе смешно? Смешно? Ладно, смейся, пока можешь! Мне нужны удвоить патрули! Которые? Все, что есть! Но у нас нет людей! Найдите! Отзовите рыцаря из боя, если придется! Всего пару монет. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Пожалуйста, господин, подайте. Моя семья на пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Глупец, от кого он убегает? Очень странный тип. Интересно, что он затеял? Всего пару монет. На помощь! Кто-нибудь помогите! Волер! Теперь ошер! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Он должен прекратить. Il n'a rien à faire ici. Fiche-moi le camp. Je suis le petit seigneur. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Не кончится.
я убью тебя! Слишком просто. Вот и смертная дуна! Я тебя догоню! Il ne doit pas s'échapper. Je vais libérer ton mal. Pour la gloire du Seigneur. Les corps de mon père vont purifier ton âme. Ton âme brûlera en enfer. Вот и смешная дуна! Канц них двиган! Слишком просто! Любит май! Ромоби! Тон ам брюльра он анфер! Слава Богу! Спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! Хорошо! Беги, друг! Вы все умрете! Думаешь, сможешь убежать от меня? Трус! Он бежит от кого-то? Боюсь, это было глупо с твоей стороны. Как я мог его упустить? Как было решено, все корабли передаются Тевтонскому ордену. Жалобы принимаются представителем гильдии в портовом суде. Неповиновение повлечет за собой лишение свободы. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Я вообще не собираюсь ему помогать. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд. К завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Все пришвартованные суда немедленно разгрузить и покинуть. Капитанам подойти к представителю ордена для передачи корабля. Любая попытка сохранить за собой судно будет сурово караться. Tu as un problème? Import that lock! Чуть-чуть. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Вы не понимаете, я нищенка, господин. Мне нужны деньги. Боже правый, да что тебе от меня надо? Что тебе от меня нужно? Уходи! Здесь найдется все, что тебе нужно. Люди, подходите, посмотрите на мои товары.
Это твоя последняя ошибка. Дочка, там нечего делать, кроме как драться. О, боже, я умру, обе покажу. Это было не так. Да я убью тебя с открытыми глазами. Это заплачу, убей меня. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Порт Акры переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. Как было решено, все корабли передаются Тевтонскому ордену. Жалобы принимаются представителем гильдии в портовом суде. Неповиновение повлечет за собой лишение свободы. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Порт Акры переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Порт Акры переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. Как было решено, все корабли передаются Тевтонскому ордену. Жалобы принимаются представителем гильдии в портовом суде. Неповиновение повлечет за собой лишение свободы. Порт Акры переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. Порт Акры переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. Как было решено, все корабли передаются Тевтонскому ордену. Жалобы принимаются представителем гильдии в портовом суде. Неповиновение повлечет за собой лишение свободы. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену.
Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Порт Акре переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Порт Акре переходит под юрисдикцию господина Сибранда, командира Тевтонских рыцарей. Все экипажи должны присоединиться к ордену и вступить во флот. Все пришвартованные суда немедленно разгрузить и покинуть. Капитанам подойти к представителю ордена для передачи корабля. Любая попытка сохранить за собой судно будет сурово караться. Отвяжись ты. Это было неумно. Впервые вижу такую новость. Да я убью тебя с закрытыми глазами. Слишком я должен напугаться тебя. Ты за это дорого заплатишь. О, боже. Я умру от смеха. Что на твоем месте я бы не расстроился. О, боже. Я умру от смеха. Да я убью тебя с закрытыми глазами. Слишком. Я должен испугаться тебя. О, боже, я умру от смеха. Я должен испугаться тебя. Слишком просто. Да я убью тебя с закрытыми глазами. Слишком просто. Я должен из... Болван, я проучу тебя хорошенько. Я умру от смеха. Они поймут, что на них тут должны проводить. Да я убью тебя с закрытыми глазами. На твоем месте я бы звал на помощь. Слишком просто. О, боже, я умру от смеха. Тебя необходимо проучить. Впервые вижу. Я убью тебя с закрытыми глазами. Я должен испугаться тебя. Я должен испугаться тебя. Слишком просто. Этим скотам нечего делать, кроме как драться. На помощь! На помощь! Мужланы, это все, на что они способны? Не убивай меня, пожалуйста, на помощь! Что с ним случилось? На помощь! Он убьет меня! Кто-нибудь! Он хочет убить меня! На помощь! На помощь! Он убьет меня! Кто-нибудь, смотри, помогите! Что он делает? Возможно, Тонда!
Что, ты хочешь драки? Он хочет убить меня. Я не виноват. Я лишь исполняю приказы. Хочешь вернуть корабль? Обращайся в суд. Мне нужно не это. Тогда что? Себран забрал около сотни кораблей. Для чего? Блокада. Они выйдут в открытое море и встанут периметром. Зачем? Салах-ад-Дин собирается атаковать с моря? Нет, он тут ни при чем. Все это, чтобы помешать Ричарду привести подкрепление. Зачем человеку Ричарда действовать против своего короля? Не знаю. Спроси Себранда. Это его приказ. Я лишь оглашаю его. Теперь, пожалуйста, отпусти меня. Я сказал все, что знаю. Извини. Не хочу, чтобы ты проболтался. Господи, помилуй. Интересно, что здесь произошло? Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Подходите, подходите! Грязный вор! Теперь тебе. Тебе нельзя тут. Теперь тебе точно отрубят руки! Он, похоже, торопится. Точно убьет кого-нибудь. Где? Ау! Похоже, он торопится. О, нет, похоже, нет, за ним кто-то гонится. Зачем он это делает? Для чего он это делает? Зачем вообще вести себя так? Тебе нельзя сюда. Уходи. Покинь это место.
Он должен прекратить это ребячество. Черт, что он делает? Он точно кого-нибудь щебет. Для чего он это делает? Bewegung! Иди, черни, пока тебя не выгнали силой. Il n'a pas pu quitter la ville. Alors restez aux aguets. Держи, ты делать нечего, уходи. Тебе запрещено здесь находиться. Убирайся, черни. Убийца! Тебе нечего здесь делать. Уходи. Запрещено здесь находиться. Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Не монах. Тебе нельзя Мой сюда. Тебя... Уходи. Как можно быть таким невнимательным? Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога слеза. Не важно.
испытаний, но Бог видит вас и ведет к победе. Тем труда без помощи. На помощь, кто-нибудь помогите! Я траншер ла мэн. Приветствую, брат. Как идут твои поиски? Я узнал о своей цели все, что нужно. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Говорят, Сибрант поглощен страхом. Сошел с ума, зная, что его смерть близка. Он закрыл портовый район и прячется там, ожидая прибытия своего корабля. Это осложнит нашу задачу. Интересно, как он узнал о твоем задании? Люди, которых я убил, замешаны в одном деле. Аль-Муалим предупредил, что им все известно о моих делах. Осторожен, Аль-Таир. Конечно, Рафик. Но думаю, все это будет мне на руку. Страх сделает его слабее. Перемотка на более поздний участок памяти. Cher pour tes crimes. С чего это он вдруг так поступает? На помощь! Дипсталь wird mit dem Tode bestraft. На помощь! Кто-нибудь помогите! Liebe gehören gehängt! Он, наверное, тронулся головой. Чем я тебя обидела? Помощь, кто-нибудь, помогите! Осторожнее. Я отсеку тебе голову! На помощь! Вернись сюда! Не потеряйте его! Обыщите все! Ну и ладно. Есть дела поважнее, чем искать эту крысу. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Je te ferai trancher la main. Un ascenseur.
Это с ним приключил. Ne restez pas là! Tu ne m'échappes pas! Ne restez pas sur lui! Il s'essouffle! Ramenez-le-moi! Кто-нибудь помогите! Ne restez pas sur mon chemin! Убирайся прочь, пока вся! Il a trouvé refuge ailleurs dans cette ville. Er ist entwunden! Ошиблись, господин Сибранд. Я никогда никому не желал зла, и тем более вам. Говори, что ты так, но никто не может за тебя поручиться. Как это понимать? Я живу простой жизнью человека в рясе, господин. Мы не привлекаем к себе внимания. Возможно. А возможно, тебя никто не знает, потому что ты не слуга Божий, а ассасин! Нет. У тебя такое же одеяние. Они носят ту же одежду, только чтобы вызвать неразбериху и страх. Не поддавайтесь! Хочешь сказать, что я трус? Подорвать мой авторитет? А может, обратить моих рыцарей против меня? Нет, нет. Я не понимаю, почему вы так говорите. Я не сделал ничего плохого. Я не припоминаю, что в чем-то тебя обвинял. Так почему ты оправдываешься? Чувство вины вынуждает признаться. Я ни в чем не признаюсь. А, не покорен до самого конца. Что вы имеете в виду? Вильям и Гарнье были слишком самоуверены и заплатили за это жизнью. Я не допущу этой ошибки. Если ты слуга Бога, он за тебя заступится. Пусть Творец остановит мою руку. Вы сошли с ума? Неужели никто из вас не остановит это? Он обезумел от собственного страха. Видит врагов там, где их нет. Похоже, люди разделяют мое мнение. Я делаю это ради Акры! Люди, будьте бдительны! Сообщайте обо всем подозрительном страже! Я сомневаюсь, что этот был последним! Упрямые ублюдки! А теперь за работу! Он точно разобьется, и я вовсе не собираюсь ему помочь. Хм.
Тебе запрещено здесь находиться. Если вас обнаружили, сбежать будет легче, убив... Очень странно. Подготовка – ключ к успеху. Очищайте... Я выпущу тебе кишки! Я тебя догоню! Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить. Ни шагу дальше. Тебе нельзя тут находиться. Никто убирайся, пока из вас цел. Не поднимет меч в защиту своего господина, я сам займусь этим негодяем! Не делай этого. Тебе страшно? Конечно, мне страшно. Но ты будешь в безопасности, в руках своего бога. Мои братья ничему тебя не научили. Я знаю, что ждет и меня, и всех нас. Если не твой бог, то что же? Пустота. Только пустота. Ее я и боюсь. Ты неверующий. Конечно, нет. С тем, что я знаю, что я видел. Сокровище было доказательством. Да, и чего же? Что жизнь – это все, что у нас есть. Тогда поживи немного и расскажи, какую роль во всем этом играл ты. Морская блокада. Чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление, когда мы... Захватите Святую Землю? Освободим ее, глупец, от тирании веры. Свобода? Вы хотели свергнуть власть? Контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался. Я выполнял приказы и верил в свое дело, как и ты. Thank you.
Кто-то должен остановить это. Вегошин! Фюре ден Тор! Maudit voleur! Je ne peux pas trancher Schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Er ist ein toter Mann. Un assassin! Il ne doit pas s'échapper! Hey! Fährt mir eine Ujok! Und in der Rache, Gott! Fährt mir eine Ujok! Suivez-le! Plus vite!
Альтаир. Ну и шум это наделал. Я выполнил задание. Сибранд мертв. О да, о да. Поезжай в Масиаф, расскажи Аль-Муалиму о своем успехе. Да, я должен вернуться и поговорить с ним. Об этом и еще кое о чем. Все в порядке, друг мой? Ты выглядишь задумчиво. Все хорошо. Просто занят мыслями. Расскажи мне. Я могу помочь. Сначала я должен все обдумать сам. Но все равно спасибо. Думаешь о тех, кого убиваешь? Ты им сочувствуешь? Как ты... Ах, друг мой, нельзя наслаждаться жестокостью. Сожаление, неуверенность, сострадание — это нормально. Я не должен бояться этих чувств? Ты должен совладать с ними. Из-за них ты остаешься человеком. А если я ошибаюсь? Если эти люди не должны умирать? Если они желают добра? Пошли не той дорогой, но у них чистые мотивы. Альтаир, такие вопросы вне моей компетенции. Возможно, Аль-Муалим ответит тебе. Да, может быть. Спасибо, Рафик. Было честью служить с таким человеком. Перемотка на более поздний участок памяти. Это немного, Видик. Понимает, что есть узкое окно запуска. Где бы ни спрятано, надо его достать. Работаем над этим. А когда закончите? О нем позаботиться. Мне нужен отчет от вас завтра утром. У меня есть работа, так что я оставлю вас до утра. Теряем время, мистер Майлз. Да, да, я иду. Мы почти закончили, знаете ли. И что потом? Узнаем. Может, вам позволят посмотреть, когда все начнется. Это не так ужасно, как кажется. Послушайте, я знаю, что вы не выпустите меня. Так почему бы не рассказать, что происходит? Я не идиот, мистер Майлз. Я думаю, что вы уже многое узнали. Не понимаю, о чем вы. Ну, конечно. Ладно, спрошу вас еще кое-что. Да? Многое из того, что я вижу в анимусе, иногда это кажется неправильным. Лживым, выдуманным. Это не... Что не, мистер Майлз? Не совпадает с тем, что вы прочитали в интернете? С тем, чему учили вас на уроках истории в школе? А из каких таких тайных источников знаний черпали сведения эти так называемые признанные эксперты? Есть книги, письма, документы... Самые разные материалы из прошлого. И некоторые из них противоречат тому, что показывает анимус. Любой может написать книгу. И в ней он может написать что угодно. Когда-то люди думали, что Земля плоская. Некоторые еще думают. Да, и пишут об этом книги. Или о том, что высадки на Луне не было. Вроде бы есть даже книга о том, что мир был создан за 7 дней. Еще и бестселлер.
К чему вы, док? К тому, что не стоит доверять всему, что вы слышите. Всему, что читаете. Как там говорил ваш предок? Ничто не истинно. И все позволено. Да, именно. И поэтому анимус так необходим. Он не оставляет места искажениям. Место всегда есть. Душе, мистер Майлз. Что ж, я ответил на ваш вопрос. Мы можем начать. Если вас обнаружили во время битвы, используйте свободный бег. Спринт и прыжки через торговые... Подойди, ученик. Нам надо многое обсудить. Мы уже близко, Альтаир. Лишь смерть Робера де Сабле отделяет нас от победы. Это он отдает приказы. Из его рук исполнители получают золото. И с ним умрет знание о сокровище тамплиеров и угроза, которую оно несет. Я все еще не понимаю, как простая безделушка может натворить столько бед. Частица Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером. Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, при помощи которого он добьется целей. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал и мечтает. О мире, как и мы. Но из-за него Святая Земля погрузилась в пучину войны. Нет, Альтаир. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем вы? К чему стремится Робер и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. А он его навяжет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом с такой стороны. Не копи ненависть к своим жертвам, Альтаир. Такие мысли — яд, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить, отказаться от замыслов. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не посланием? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставит тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело. И последней. Он, должно быть, бежит от кого-то. Если вы создали волнение, разумно будет покинуть этот район, чтобы не взбудоражить горожан. Thank you.
Мира и покоя, Альтаир. И тебе, брат. Судьба порой бывает причудлива. Так это правда? Роберт де Сабле в Иерусалиме? Я сам видел его рыцарей. Лишь беды следуют за этим человеком. Если он здесь, значит, он замыслил недоброе. Я не дам ему действовать. Не позволяй мести затмить твой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не забыл этого. Не волнуйся. Я ищу не мести, но знания. Ты не тот человек, кого я знал. Работа научила меня многому. Открыла немало тайн. Но есть еще части головоломки, сокрытые от меня. О чем ты? Все мои жертвы работали вместе, объединенные этим человеком. Робер что-то замыслил на нашей земле. Я точно это знаю. Но что, для чего, как и где, это мне пока неведомо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе? Это не те и не другие. Это третьи. Тамплиеры. Тамплиеры – часть армии крестоносцев. Так думает король Ричард, и это их устраивает. Они подчиняются лишь де Сабле и руководствуются мыслью, что это они остановят войну. Необычная история. И не говори, Малик. Скажи, где ты видел рыцарей? Я прослежу за ними, пока де Сабле не ускользнул. Я могу назвать тебе три места. К западу отсюда находится сторожевая башня и больница. На юго-западе – церковь гроба Господня. Попробуй что-нибудь разузнать. Я займусь тем же. Я не буду терять времени. Береги себя, друг мой. Перед вами, дабы предупредить вас. Ты смеешь крать меня на глазах. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим и наш дом. Pis hırsız! Gebereceksin! Boş değil mi ya? Hırsızlar dar ağacına müstahaktır. Почему ты так со мной? Что я сделал? Pis hırsız! Gebereceksin! Тебе сюда нельзя, убирайся! Как странно. Для чего он это делает? Пожалуйста, почему он носится? Мне больно. Я ни в чем не виноват. О чем он только думает? Зачем ты это делаешь? Он волен! На помощь! Помогите! Никто не пострадал. На помощь! На помощь! За ним! Скорее! Чем мы будем иметь с дороги? Тебе не деньги Убирайся. Burada. Bu tarafta. Evvelki sefer elimizden kurtulduk. Bu sefer kaçmasına izin vermiyor. Gözünüzü dört açın, geri dönecek.
Kaybetmeyin onu! Kovalayın! Nasıl kaybettik onu? Bu tarafa! Beni yenemeyeceksin. Durdurun. Sıçan gibi тебе не следует здесь находиться. Уходи. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Подготовка – ключ к успеху. Очищайте. Помогите! Вот болван. Ничего не делал. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет. Искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом. Кажется, я видела все, что можно. На помощь! Помогите кто-нибудь! Он должен прекратить это ребячество. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Оставь меня в покое, ради Аллаха! Пожалуйста, хватит. Мне больно. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Тебе сюда нельзя, убирайся. Пошел прочь! Тебе нельзя здесь находиться. Виноват. Зачем ты это делаешь?